Добрый день, дорогие мои зрители и подписчики. Сегодня я буду готовить кабачки в духовке. Многие спрашивали, вот у вас много рецептов, жарите на сковороде, а это в духовке я делаю специально для этих подписчиков, что хотели, что не могут есть жареное, то вот это очень вкусный рецепт. Готовится быстро, легко, так что давайте приступим. Для приготовления такого кабачка, у меня сам кабачок цукини, твердый сыр натираю на мелкую терку. Муки немного, панировочные сухари, пару яиц. Подготовим кабачок, я его почищу. Он такой крупноватый. Теперь нарежем кабачок. Вот на такие вот брусочки. Тоньше, толще. Произвольная длина. Яйцо. Перец добавлю. Соли по вкусу. Потому что сами кабачки не солим. Размешиваем. Так, сыр наш. Смешиваем с сухарями. Все произвольно. Три ложки сухарей. Теперь травки, какие имеете сухие. Вот у меня базилик. Немного. Орегано. Немножко по вкусу берете. Сухой чесночок. Перец. И посолим немного, сыр не соленый. Вот и все. Перемешиваю. Берем ломтик кабачка. Обваливаем муку. Лишнюю убираем. В яйцо. В панировку. И укладываем на противень. Противень я застелила бумагой и смазала растительным маслом. Так, в муку, в яйцо. В панировку сырную. Вот, и на противень. Еще один покажу. В муку. Лишнее обтрушиваем. В яйцо и в панировку. Вот уложила я в противень эти кабачки на расстоянии друг от друга. Отправляю в горячую духовку градусов 180, минут 25, полчаса, как получится, до зарумянивания. За 25 минут кабачки зарумянились, готовы. Кабачки готовы. Главное, те, кто хотели рецепт не жареный на сковороде. Вот вам этот рецепт. Вкусненько. С соусом. Сверху корочка хрустящая. Внутри мягенький, нежный. Соус я делала. Сметана, майонез. Все на глаз. Чесночок, укроп, петрушка на блендер. Перемешала отлично. Готовьте со мной. Заходите на мой канал. Кушайте. Приятного всем аппетита. Подписывайтесь. И до новых встреч, и до новых видео.